Мы достигли такого соглашения с предприятиями, входящими в группу «Пик Комфорт» и ресурсоснабжающими организациями по погашению задолженности. Соответственно, графики были разработаны и согласованы ресурсоснабжающими организациями. Я тогда прошу за этим внимательно следить, с тем, чтобы у нас все эти договоренности выполнялись. Дмитрий Вячеславович, прежде всего, ваша задача в этом направлении работать.